Игромания представляет. В эфире программа «Во что поиграть на этой неделе». Текущая игровая неделя принесла нам ностальгические проекты, пинбол с японскими красавицами и сиквел Dragon Quest Builders. Девятого июля на Switch вышла Senran Kagura – Пичбол. В этой визуальной новелле пять девушек-ниндзя превратились в свои фури-версии, выпив экспериментальное зелье. Чтобы вернуть им человеческий облик, игрокам предстоит проявить мастерство на доске для пинбола. Пользователей ждет пикантный фан-сервис, но ничего откровенно неприличного. Игра выходит с рейтингом 13+. 10 июля состоялся релиз Soul Seraph. Любопытный микс платформера и стратегии расскажет о полубоге Гелиосе, который спасает человечество от полчищ монстров. Пользователям предложат возводить оборонительные сооружения и защищать людей от чудовищ, а потом сражаться с тварями в двухмерном режиме в их логове. Загляните на парящие острова, побывайте в заброшенных городах и спуститесь в недра древних пещер, чтобы победить озлобленных младших богов. 11 июля начались продажи винтажного экшена Blazing Chrome, навеянного старой доброй классикой вроде Contra и Metal Slug. В недалеком будущем роботы захватили власть над миром и почти уничтожили человечество. Но пара отважных героев решила восстать против машин. Выберите своего бойца, отважную девушку Мавру или доброго робота Дойла, и защищайте уровни в одиночку или вместе с другом. По мере прогресса можно открыть дополнительных персонажей со своими уникальными навыками. В тот же день стартовали продажи двухмерного экшена Eagle Island, вдохновленного 16-битными играми. Юный Квилл отправляется в опасное путешествие по волшебному миру, чтобы вернуть похищенного друга. Разбираться с противниками и боссами ему поможет ручная сова и набор полезных способностей. Игра предлагает процедурную генерацию миров и три режима на выбор — спидран, история и роуклайн. 12 июля до западных обладателей Switch наконец добралась Dragon Quest Builders 2. Коварные сектанты хотят уничтожить сказочный мир, который состоит из кубиков. Герою предстоит скитаться по живописным островам, отстраивать поселения, разрушенные злодеями, и в конце концов дать культистам бой. Возводите любые объекты по своему вкусу, исследуйте, фантазируйте и деритесь. В сиквеле добавили возможность нырять под воду и путешествовать на дельтаплане, а также играть в кооперативе до 4 человек. Также 12 июля из раннего доступа вышел пиксельный рогалик Streets of Rogue. Игра перенесет пользователей в постапокалиптический город, где их ждет гремучая смесь Nuclear Throne, Deus Ex и анархического беспредела в духе Grand Theft Auto. Выберите одного из 20 персонажей, среди которых бармен и разумная горилла, и выживайте в случайно сгенерированном мире. Жителями города управляет хитроумный искусственный интеллект, которому можно противостоять разными способами, начиная с банальных драк и заканчивая стелсом и хакингом. А теперь взглянем на главные скидки этой недели. В Steam на 30% подешевела свежая Octopath Traveler. С той же скидкой можно пережить восстание машин в Generation Zero. За 350 рублей предлагают забрать стратегию Warhammer 40 000 Dawn of War с тремя дополнениями. На выходных можно бесплатно поиграть в Rocket League, после чего приобрести игру за 209 рублей. Головоломку Life Goes On, где смерть — единственный способ решения проблем, отдают всего за 57 рублей. В GOG за 800 рублей можно закинуть в корзину «Вампир». Heroes of Might and Magic 5 с двумя DLC обойдется в 350.
За четверть от стоимости предлагают забрать BioShock Infinite со всеми дополнениями и специальное издание Anno 1404. Покорить космические просторы на летающем локомотиве в Sunless Sky можно за 300 рублей. В PS Store до 2000 рублей упал ценник A Plague Tale Innocence и The Division 2. На треть подешевел четвертый Fallout. Танцевальный спин-офф к Persona 5 уценили вдвое. За 600 рублей предлагают приобрести Mad Max, а специальное издание FIFA 19 отдают с дисконтом в 64%. В магазине Nintendo за 900 рублей ждут South Park The Fractured But Whole и Just Dance 2019. На 60% подешевели Don't Starve и второй Outlast. Платформер Rayman Legends обойдется в 550 рублей. В Microsoft Store за 9 долларов можно закинуть в корзину Guacamelee 2 с саундтреком и двумя дополнениями. На 40% уценили винтажный платформер Celeste. Всего за 3 бакса отдают рогалик Rogue Legacy. Специальное издание Madden NFL 19 идет со скидкой в 80%, а обладатели статуса Gold бесплатно получат атмосферную головоломку Inside. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее!